Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня наш аккаунт за десяточку. Я вам утром не снимаю видосики, потому что там особо рынок сейчас одинаковый. Я уже вечером, в принципе, тут такой рынок, что я вам заснял прокачку вчера делал, поэтому два раза решил видос не делать. Если вы хотите больше видосов, пишите в комментах, как обычно, прожимайте лайки, и будет вам больше видосов. Так, что у нас сегодня по плану? По плану сейчас мы немножко опять же покачаем силушку и пооткрываем плюшечки. Я забрал пак за десяточку. Вот так вот, ребятушки. У нас половинка лазули уже есть. Мы на правильном пути. Что у нас сегодня на рынке есть? Интересно. Ну, затрату такое себе. Но того не стоит. Вот такой вот был пак. Можно было бы его, в принципе, взять. Но я не стал. В принципе, камни эти подкачать. Такой пак с огником. За двадцатку и куча расходников. 600к. За 50, за 100, понятно. Вот за 5. Вообще супер. Тоже. Так, ладно. Я взял вот такой вот пак. Почему? Потому что здесь сундучки, с которых падают плюшки. Обалденные плюшки. Мы сейчас это все пооткрываем, посмотрим. У нас цель вытащить исцеление для тыковки. Это самое основное, что надо сейчас на сегодня для прохождения подземок и остальных локаций. Так, окей. Окей. Что там у нас вообще делается? Все закрыто, в общем. В общем, трешуем, как обычно. Так, надо и прокачивать. Короче, куча здесь дел. Как видите, аккаунт еще толком не развит. Так, вот такие вот у нас плюшки. Мистические сумочки. Вот такое себе. Ну что, поехали. Первые сундуки, отсюда как бы рунки. Для начального аккаунта это, конечно, топовые, но по сравнению с остальными они не настолько имбовые. Но опять же, нам надо куча расходников, поэтому нам любые сундуки за счастье. Так, у нас нету места. Вот это тоже одна из проблем для доната и для бездоната. Так, поехали. Open. Так, смотрим. Кулаки, рунки, книжечки. Каменки, ну конечно, эти каменки нафиг не нужны, по сути, мы их будем потом, хотя я не буду уже владелец, кто выиграет этот аккаунт, будет думать, что с ним делать. Ну, неплохо. Рунки, коробки нам тоже нужны, и карта есть. Так, вторые, вот у нас уже третья карта, нас так седны, по-моему, так и нету, если я не ошибаюсь. Или мы ее уже вытащили, я уже забыл, что тут по героям есть, тут реально очень дофигище. Ну, тут практически топовые все герои, там, кроме еще донатных. Так, так. Сейчас зайдем, посмотрим, что там у нас. По-моему, седну нам надо отсюда вытащить. Либо там и так соберем. Да, седны нет. Ну, попробуем сейчас, посмотрим, как попрет. Так, 600. Нифига карта нам не упала со второго сундука. Но опять же, синие кристаллы для прокачки. Блин, это дофигища. Силу можно будет прокачать только так. Так, окей. Вот это самое интересное, ребят. Эти сундуки мы оставим на самый... на закуску, скажем так. Потому что здесь исцеление падает, которое, блин, ну просто надо. Так, четвертое. Это можно открывать. Бум. Ну чё, неплохо. Плюс 60, сразу же 3 героя можно качнуть. Вот видите, я не забирал тот пак, я забрал этот, потому что разнообразие в сундуках намного больше, чем то, что там продают. Тут и камешки, и то. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, пятые, как обычно, топовые. Отсюда сейчас нам дофигищи книг насыпят. Я более чем уверен. 300 штук, отлично. Плюс еще... рунки на прокачку 9 скилла. Ну и 6, тут скины в основном падают. Ну, поехали. Бум. Плюс 20 коробок, ребят.
и 10 таких. Отлично. Так, ну что, самое интересное у нас сейчас? Просто изи. Первый же ящик, и у нас тыковка будет уже с топовым талантом. Ну, дальше уже, я думаю, ну, давайте по одному сейчас откроем пару. Туз open. Одно исцеление из первой тычки, ребят. Ну что, можете меня поздравить? Так, поехали дальше. Карточки. Рину. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Бум. ББшка. Это уже повторочка будет экономить. Вот она, седнушка, ребята. Еще плюс один герой. Еще плюс повторка сразу же. И Афинка. Отлично. Вот так вот. Поехали, открываем ее. Посмотрим, что у нас по плюхам получилось интересного. Так, отлично, седна есть. Надо ее сразу же. Водушка четвертая, нифига себе прет. Так, отлично, уже вижу. Уже вижу, нас хотят опять развести на донатик. Так, отлично, плюс 527. Кто там у нас еще требовал? Так, ему надо докачать. Еще надо будет на питомцев, кстати, пооставлять. Там тоже надо будет качать, не перекачать. Так, смотрим, так, десятка. Тут сейчас я больше чем уверен. Посмотрите, 141 карта, 31 коробка, ребят. Поехали. СУ. Ну, СУ это такое, это можно просто ставить. Просто ставишь вот так вот на допов. И не паришься. Так, Леди Лео. Оживо. Отлично. Это очень хорошо. По оживе тут у нас уже восьмерка. Блин, огник требует. Ну, пока придержим. Седнушка. Ставим на седну. Так, печатка какая-то. Тык-тык-тык-тык. Тут можно так поставить. 26 коробок, я более чем уверен, сейчас нам топовых талантиков насыпят. Должно. Так, замедление, малышник. Корку. С коркой тут особо не потрешуешь. Доставим тем, у кого таланта вообще нет. Так, берс. Чтобы уже все были с пятерками, и мы не парились. Так, просвет. Так, давайте пооткрываем, наверное, еще гарнизонных. Ну, вот так вот за двадцатку, в принципе, тоже довольно-таки неплохой вариант. 700 книг. Вот у нас уже тоже 700 книг есть. Отлично. Еще кулачки. Можно их открыть. Такс. Рекс, фэкс, пэкс. Что я там хотел? Пооткрывать недостающих нам героев. Давайте отсюда будет попроще увидеть, чтобы повторов не пооткрывать. Так, гигант, тритон. Гигант, тритон, ледяха. Суккуба у меня нету, что ли? Я себе, у нас что, суккуба нет? Да, есть у нас суккуб. Мы не открыли. Так, ледяха. Тритон. Так. Гарпия, Санта Бум.
Орг. Нифига себе, а что-то я их не пооткрывал. Так, отлично. Гарпии у нас нет. Нифига себе, ребят. Вот это прикол. Поленько. Так, дальше. Деда нет, Минотавра. Гигант холма. Инженер. Ассасин. И алхимик. Так, алхимик есть. Отлично. Интересно, интересно. Ну, я потом их подокупаю, то такое, в принципе, сейчас посмотрим, как, что там у нас еще нету. Бочки нету, что ли? Так, снайпер. Да, бочка. Да дофигища надо открывать. Бочка. Я просто хочу весь, уже открыть весь гарнизон этот. Так, снайпера нету. Чтобы уже все были. И мы не парились насчет этого. Так, 51. Так, снайпера нет. Морозницы нет. Дриады. Так, снайпер, морозница, дриада. Снайпер, морозница, дриада. Окей. Их можно, в принципе, и так нанять. Это не есть проблема. Так, гигант холма есть. 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 Так, с элитных у нас кого там? Циклоп, по-моему, нужен будет еще. Поехали. Открываем. Ну, как видите, за минимум вы получили дофигища разных плюх. И у вас уже прокачанные герои. Поэтому вот так вот. Такие вот здесь дела. Так, алхимик у нас. Так, и что у нас делается? 55-86. Так, циклопа надо еще, да, нам? Циклоп, ассасин, а, инженер. Так, это алхимик. Так, отлично. И все. Считайте, что мы собрали весь все, что можно было. Сейчас мы еще подкачаем силушку немножко. Герой, герой, герой. Так, отлично. Поехали. Let's go. Так, на бочечку поставили. Поехали дальше. Бум. Вот так вот.
Ребят, даже с коробки мы вытащили для тыквы исцеления, поэтому я, в принципе, его и не тратил. Ставил. Вообще отлично. Так вот. Практически топовая тыковка уже здесь. Так, поехали дальше. Потом будем менять. Поехали дальше. Перс. Так, замедление можно поставить пока на ледяху временно. Так, разбросить можно. Ай, там была уже пятерка. Только зря. Провтыкали пятерку. Так, корку сюда. Я не ставлю корку. О, нифига себе, воздушка. Это отлично. Воздушка у нас пойдет. Хотел сказать на космо. Ага. Космо у нас нет. Так, Афинка у нас, к сожалению, пока без скина, да? Давайте посмотрим. Так, на ком водушка будет неплохо смотреться. Тыковка уже собрана. Тут оно нафиг не надо. Драконы тоже не актуально особо. Рону нет. Нет, 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 нет. У нас еще таланта на некросе нет. В принципе, можно было бы и сюда хотя бы поставить, но это все равно не то. И на вольте нет. Да блин, то тут никому не надо, эта водушка. Вроде казалось бы, знаете, актуальный особо там талант, но уже не настолько актуален. Пока поставлю так. Я и забыл, что у меня куча героев там недокачанных еще. Без талантов мы ж пооткрывали. Так, это можно сюда поставить. Так, огненочка, отлично. Пока поставим так. Ой-ой-ой-ой-ой, что я два раза сменил, что ли? Или это мне показалось? Наверное, показалось. Так, блин, ну зачем мне от бога войны столько? Конечно, это круто все. Но мне столько его не надо. Так, отлично. Это отлично. Некрас. Кто там у нас будет качаться? Сейчас мы посмотрим, что у нас там по героям со скинами. Ну, просто скином можно быстрее будет потом качнуть. Так, огник есть, вольт. Оставим ему пока. Так, стрелок. Ну, я пока не вижу смысла стрелку это лепить. Так, Фрейя, Бугич. По разбросам пока все печально. Отлично, живо, 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 живо. Так, блин, ну опять вольт просится. Но у нас без вольта еще есть кому ставить. С таких героев, кому бы я так поставил, знаете, так, чтобы оно уже было на нем и было действительно востребованным. В принципе, можно поставить пока вольту вторым талантом. Блин, а где все ремки? Чё за фигня? Где ремки? Бред какой-то.
Посмотрите, сколько мы коробок уже открыли, и нифига ремки не падают. Какого фига? Дайте, блин, ремку. Запарили. Жлобы, блин. Так, нафиг эти боги войны. Такие таланты на таком аккаунте использоваться часто не буду. Так, ну тут тоже можно потрешивать, поставить огненку пока. Там огненок у нас уже хватает. С головой. Так, ну вот так вот, ребят. Добили мы. Кстати, почти добили. Не добили мы еще всех героев. Чем некоторые герои не докачаны пятерки. Ну, это не страшно. Это полбеды. Так, качаем. Давайте так. Героев, которых мы получили сегодня, мы сейчас их переведем на двадцаточки, чтобы еще немножко силушку поднять. Так, Купидончик у нас однозначно идет по силе на максималку сразу, на десятку, без вопросов. С Леди Лео я пока подумаю. Варлок. Ну, не особо я рад тому, как нам сегодня попадали талантики. Бывало и получше, честно говоря. Намного. Так, ну что, мы 40к сегодня апнем или нет? Как думаете? Думаю, должны. Кто его знает? Как попрет. Так, двадцатки. 28. Так, отлично. Что-то у меня паладин 40-м уже делает. Что за подстава? Так, давайте таких вот героев тоже подапнем. Плюс 106. Неплохо. Так, 38 966. Сейчас мы посмотрим, кому можно еще немножко подкачать будет скиллы. Так, этого хрона мы не трогаем. Это неинтересно. Ну, давайте ради интереса сделаем тест. А тут запросто 4 героя вот так вот апнул. И не паришься. И плюс 1000 сразу. В общем, силу качать можно очень легко. Еще питомцы у нас. В любом случае, мы будем стараться гнать всех героев на десятки. Такой будет у нас аккаунт. Отличненько. Ну, 40-ку апнули, это и хорошо.
Я считаю, на сегодня мы свою миссию выполнили, вы дали нам еще 1300 самов за 35к, нифига себе. Щедрые, щедрые. Так, что у нас там еще по плюхам осталось? Вадушки-каменки. С расходников понятно все. Ну, в принципе, ЗП-шек у нас хватает, книг у нас тоже немерено, поэтому мы страдать нехваткой ресурсов пока не будем. В общем, вот так вот, такой вот трешечок у нас был сегодня. Пишите комменты, как обычно, лайки, пишите, что вы дальше хотите увидеть. Но будем дальше по чуть-чуть расставлять таланты и качать героя. Все, всем удачи, всем пока.